Напишите, кто смотрел фильм «Дети кукурузы». Приветствуем вас на канале семейки Лесли из Алабамы. Сегодня вы увидите поросячьи бега и побываете с нами на интерактивной ферме, на которую мы ездили с третьим классом начальной школы. Всем привет от Оксаны из Алабамы. Ава, дает Америка, ма. Многие из вас меня любят спрашивать, особенно в стримах: «Оксана, на какие каналы ты подписана?» Но не могу же вам перечислять все каналы. Вот когда заходите на главную страницу, можете кликнуть на слово «channel» и смотрите. Разумеется, я не могу все смотреть каждый день. Но, в общем, здесь очень много полезных каналов, на мой взгляд. Все очень разные по тематике. Но на одном я хочу заострить внимание. Это канал «Своим ходом» Виталика и Лизы. Всем привет, друзья! Вас занесло на бомбический канал «Своим ходом». Я Виталик. А я Лиза. Эти ребята снимают не просто видео, а целый тревел-сериал и истории из разных уголков планеты. Любой подписчик их канала может рвануть с ними и показать, на что способен. Эта парочка уже посетила более 50 стран. Видео выходит регулярно, и вам всегда будет что посмотреть. Сейчас выходят выпуски из сказочного Занзибара, а до этого был нереальный сезон из Исландии. Подписывайтесь на их канал по ссылке в описании к этому видео и присоединяйтесь к дружной команде путешественников «Своим ходом». Ну это же вопрос. Добро пожаловать на ферму Сюрт. Я так поняла, это фамилия фермера. Продаются елочные игрушки в виде животных. Вот туда можно фотографию ребенка. Типа мой маленький поросенок. Тут сковорода, да? Или это просто без фотографии? И почем такая елочная игрушка? $5. Так. Деревянные фигурки по $3. Вот это симпатичная стеклянная, написано «Хлев, сладкий хлев». Ну, свит. Обратите внимание на эту елочную игрушку. Барн, свит, барн. Перевести на русский язык будет «Хлев, сладкий хлев». Бог благослови нашу ферму. Так, что у них еще интересного? Так, майки. Название фермы. И лабиринт кукурузный. $15 маечка. Так, что они тут еще? Кепочки. $12. Они сами делают здесь варенье. $4 из ежевики надо взять. Мэй Хэй Джилла. А это что такое?
сюда входит пектин, лимонный, мэйхэй джюс. Что такое мэйхэй? Не знаю. Так. С красным перцем. То есть острое получается. Хат чао чао, это получается как сальса. Там капуста, перец. Маскадин — это сорт винограда. И получается, они сделали как повидло, мармелад из винограда. Клубничное варенье тоже $4. Red Plum — красная слива. Еще один виноград. Кое-что придется купить. Так. Игрушки для детей, связанные с игрой фермеров. Ну, Ваньке никогда не было моему интересно играть в такие игры. У нас Джесса вот любил животных, динозавров. Ванька вообще вот такое ничто не играл. Плюшевые вон игрушки за $6. Магазин, как вы видите, довольно-таки приличный, большой. Now let's talk about peanuts. Some of you guys like peanut butter, raise your hand. Do you like peanut M&Ms or Snicker bars? Okay, so we have 1,700 acres of peanuts planted on the farm. 31 октября. Какая огромная территория, огромная ферма. Мы на фермах раньше были, но никогда на эту не приезжали. Школьный день как проходит сегодня, а? Экскурсии ты проводит не выходные, а именно во время учебных занятий. И сейчас их повезут через их огромное кукурузное поле. Вот такая экскурсия. Мы ждем своей очереди. О, сейчас посмотрим, что будет. Мужчины мне сказали, я могу подняться на трактор, чтобы всех сфотографировать. Так.
Мама тоже сейчас поедет. Для родителей побольше тележки. Ой, я переживала, что моя задница не поместится. Поместилась. Так, сейчас я тут сяду. Сейчас нас опять повезут по тем же местам. Кстати, обратите внимание, какая форма у детей. Здесь красные майки и синие штаны. Так, вот моя лошадка. Да, лошадка. О, нас уже везут через кукурузу. Кто смотрел фильм «Дети кукурузы», напишите. Трещет. Да, на телефоне выронить. Hello. Теперь что? А, теперь мы идем. От Ваньки оторвалась. К ребятам по соседству, таким же, как я. Мне, похоже, нужно прибавить скорость. Мы все еще гуляем. Ага. Напишите, кто смотрел фильм «Дети кукурузы». О. Сейчас главное от группы этой школьной не потеряться. А то со своими видео вообще с ума сошла уже. Эй, Джордан. Hello. I don't know how they did. I didn't expect that. Jordan здесь работает. I'm gonna teach you how to say hi in Russian. Okay. That would be привет. Привет? Yes. Привет. Very good. Также, если люди хотят приехать сами по себе, там выходные. Здесь еще, смотрите, аттракцион. Игра в гольф. Животные. Травка зеленая. Очень красиво. Видите, конец октября, как все легко одеты. Маечки, кроссовки, потому что субтропики, у нас теплый климат. На мне вон. Итак, поросячьи бега на ферме, и наши спортсмены готовы. Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Ваня, посмотри на маму. Какой у меня хороший зайчик.
Так, ну что, ждем опять, когда свиньи захотят бежать. Игра какая-то. Не могу понять, что за игра. Ну что, что здесь еще? Вон, как одеты американки, пожалуйста. Джинсики, кофточка яркая. Вон, фотографируют своих девчонок. Так. Курочки. Некоторые дети же даже не видели живьем-то. Курочек там, как по телевизору, вот их привезли сюда. Им можно погладить животных. Видите, как все сделано. Миленько. Можешь ручку поцеловать. Правильно. И здесь написано про... Я подумала, вам будет интересно, если я вот просто на некоторых родителях, которые поехали на экскурсию, камеру задержу, кто как одет. А, думаю, что они орут? Лошадь какать начала. Думаю, что орут? Увидели, как... Испражняется животное. О, это что, колодец? Колодец. О, и санитайзер. Ну надо же. Если ты. А, если ты погладила животных, вот здесь, пожалуйста, мыло и вода из колодца. Классно. Обратила внимание, что здесь у них озеро и поросята. И люди могут их покормить, что ли? Прикольно как. Угу. Так, идем дальше, смотрим дальше. Ну, раздоли. Несколько классов. Все куда-то бегут. И один из развлечений. Помните, друзья, что у меня 3 сына, все они ходят в школу в Америке, и у нас много видео. И у нас много видео на канале про детей, школа в США, экскурсии, всякие праздники. И так что я дам ссылку на этот раздел под этим роликом. And I didn't call cavalry. Сейчас посмотрим. Школьный ланч. Ваня, давай показывай, что тут за школьный ланч. Шо ми? Значит, что там? Ну, как бы яблоко, чипсы. Это что, печенька такая? And what did you get for lunch? What did your parents give you? Мальчику дали конфеты, печеньку, яблочко с мандаринкой. Come on, I'll eat. Yes. Show me what's in your lunch bag.
сладкое, что он принес. Вот печеньки, сыр, палочка сырная, яблочко. Окей. Паня, это что такое? Peanut butter сэндвич? Вкусно? Mm-hmm. Ну ладно. Кому не хватило места за столиками, присели на травки. Значит, что американские учительницы едят? You got potato salad? Uh-huh. And it looks really good. Картофельный салат. It is good. Okay. And you got hamburger? Barbecue sandwich. Barbecue sandwich? Yeah, pulled pork. Okay, and you got nachos. И это чипсы с сыром. Okay, thank you. Я купила вам показать поближе картофельный салат. Картошка здесь с кожурой. То есть картофельный салат обычно американцы кладут картошку с кожурой вареную. И просто здесь сметана, огурчик, картошка. Нашему оливье в подметке не годится. Детская площадка, конечно, отменная. А есть ли интерактивные фермы там, где живете вы? Только обязательно пишите, где вы живете. Заряжаю вас на хорошее настроение. Репосты, лайки, дизлайки, комментарии, чтение моих книг. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. До новых встреч! Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера.